Привет, друзья. Короче, план какой? Снять колесо, посмотреть состояние подшипников, сальников и отбалансировать. Что-то тут я вообще не наблюдаю никакие. Ничего по поводу балансира не знаю. Может, в Японии не принято балансировать. Или их вообще не балансируют. Посмотрим, надо на стенд закинуть, посмотреть. Посмотреть колодочки состояние, может порта обслужить. В общем, будем заниматься сегодня с передним колесом. Ну вот, собственно, скинул колесико. Ось в порядке. Смазка присутствует в небольшом количестве. Ну, ось помазана, то есть не ржавая, ничего, без окисла. Все нормально, легко открутилось. Эти проставочки, втулочки. Так. Тут еще виднеется. Подшипнички у нас без сальничков. То есть не очень, конечно, хорошо. И сразу у нас получается идет защитный кожух. О, как оно там, колечко резиновое. И сразу подшипник. Подшипник крутится туго. Ну, туго не в том плане, что он где-то подкусывает, а что там смазка вроде чувствуется, что она в маске внутри. Но крутится почему-то вместе с резиновым этим кольцом. Сейчас сниму попозже, посмотрим, что там у нас. Давайте глянем, что у нас тут по колодочкам. Так, блядство. Видно. Вот наружная колодочка, чуть больше износ, внутренняя чуть меньше, где-то визуально миллиметр по 3,5 где-то, нижняя, наверное, 4. Ну, сезон точно хватит, там посмотрим, надо будет снять, еще направляющие подсмазать, посмотрим. Ну что, спорта как бы вынул направляющие. Направляющие сухие. Только-только уже, блин, смазка, можно сказать, уже начала затвердевать. Походу, судя по резьбе, это вот я откручивал. Еле ключик-то подобрал. Один единственный подошел. Вот этот вот 1/4, блин. 1/4. Многоградной вот этой фигней. Блин, два набора с головками. Здесь вот 1/4. 1/4, но тут 6 граней. А надо 12, походу, или больше. Короче, кое-как открутил. Направляющие сухие, надо смазывать. Колодки, в принципе, нормальные. Блин, на сезон хватит. Не фокусируется нифига. Колодочки какие-то вот такие. Не знаю, наверное, скорее всего, еще с завода стоят. Пробег 19 тысяч. Не знаю. Никаких обозначений не вижу. Ну тут вот. Под грязью там есть цифры, потом помою, посмотрим. Вот. И сам суппорт. В принципе, внутри поршенечки нормальные, не ржавые. Там пыль, грязь, это все, естественно. А почистить, дособирать. Как-то так. Да, небольшая заметочка. По сравнению с Yamaha, здесь направляющие колодок просто пальцы жестко вкручиваются в суппорт, и все, по ним там гуляют эти колодки. Здесь 4 поршенька получается на скобе. С одной стороны 2, с другой стороны 2. И колодки подпружиненные немного там снизу. Достал колодки, почистил их от пыли, от всей, смазал медной смазочкой места, где прилегает поршни к колодкам, и сами пальцы, по которым они ходят, и закручиваю назад. В принципе, все тут очень просто. Колесико отбалансил, вышло у меня где-то 20 грамм.
Здесь вот 10 и на той стороне 10. Диск, в принципе, резина, ну, так себе, я бы сказал. Все равно есть небольшое гуляние резины диска, но это не критично. Пока. Потом будем заниматься задним колесиком. Так, ну вот, колесико стоит. Отбалансенная, четко, осталось только тормозушки прокачать. Это уже будет другой серии. Вот самое необходимое на этом мотоцикле. Вишенка. Ладно, до новых встреч в новых сериях. Пока.